10 интересных фактов о сне. Наука сна – территория загадочная. Исследователи до сих пор не уверены, что происходит в нашем мозгу во время сна, благодаря чему мы видим сны и что они означают. Но в последние годы наука открыла несколько вещей о том, что происходит с нашим мозгом в объятиях Морфея. Первое. Знакомые запахи помогают формировать воспоминания в мозге во время сна, улучшая производительность вашего обучения. Второе. Вздрагивание тела, когда мы засыпаем, очень распространенное явление. Оно абсолютно безвредно и называется гипнотические рывки. Третье. Одно небольшое исследование показало, что игра на диджериду – музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии, который представляет собой длинную деревянную или бамбуковую трубку, способствует улучшению сна, потому что укрепляет мышцы, которые участвуют в процессе дыхания. Четвертое. Анализ суточных биоритмов человека показывает, что наиболее естественное время для дневного сна – между 14:00 и 16:00. Хотя сон во второй половине дня больше способствует восстановлению организма, небольшой отдых около полудня повышает творческий потенциал. Пятое. Исследования показали, что мутация в гене DEC2 позволяет некоторым людям полностью высыпаться за 4 часа сна ночью. Никаких побочных эффектов на организм от такого короткого сна в них не обнаружили. Шестое. Однако вряд ли вы относитесь к этой группе людей. Тех, кому посчастливилось высыпаться за несколько часов, не более 5% на Земле. Большинству людей нужно 8 часов сна, но около 30% не позволяют себе спать более 6 часов в ночь. Седьмое. Одна из теорий о том, почему нам необходимо спать, утверждает, что во время сна наш мозг упорядочивает воспоминания и впечатления, которые он получил в течение дня. Кажется, во сне мы можем справляться с воспоминаниями о неприятных или травмирующих событиях. Восьмое. Некоторые исследователи с помощью анализа мозговой активности смогли реконструировать видеосюжеты, которые люди просматривали днем на канале YouTube. Ученые уверены, что не за горами тот день, когда подобная методика поможет расшифровывать сны. Девятое. Военные исследователи обнаружили, что если вы выспитесь заранее, например, ложась спать ранее в течение нескольких дней, лишение сна не будет таким тяжелым. Десятое. Если 12 ночей подряд вы будете спать всего по 6 часов, состояние вашего организма будет таким, как при наличии 0,1% алкоголя в крови, неразборчивая речь, нарушение равновесия, ухудшение памяти. Другими словами, это состояние опьянения. Всем моим зрителям спасибо за внимание к моему каналу LT Denis Facts. Если вас заинтересовали мои видео, подписывайтесь на мой канал и включайте оповещения возле кнопки подписаться, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов.